Родригес, звезда Comedy Club, тщательно скрывает личную жизнь, причем не только от журналистов. Ни о женитьбе, ни о рождении сына не знали даже самые близкие его друзья. Что сделало артиста параноиком? Узнайте прямо сейчас. Он впервые не мог произнести ни слова. Известный российский певец, актер и шоумен Тимур Родригес оцепенел. Тысячи метров над землей. Самый опасный вулкан Европы. Итальянская Этна. Мужественно поднявшись на его высшую точку, он сжимал в кармане обручальное кольцо. Смотрел на любимую Аню, но сказать ничего не мог. Вдруг задрожали колени. Голова закружилась. Перед глазами все поплыло. Здесь, высоко над землей, Тимур понял, как это умереть от счастья. Меня так не разрывало на куски никогда. Да, наверное, так страшно от того, что со мной может что-то произойти, да? Я имею в виду какой-то сердечный приступ, потому что уж слишком сильно меня трясло от волнения. Да, никогда не было. Сюда, на экзотическую Сицилию, Тимур летел, чтобы сделать предложение любимой Ане. Женщине, которую вот уже полгода он скрывал даже от близких друзей. Свои чувства шоумен твердо решил держать в тайне. С тех пор, как 10 лет назад дорого заплатил за свою откровенность. Тогда еще в родной Пензе роман 17-летнего студента Тимура Керимова со старшей на 10 лет 27-летней женщиной обсуждал весь его педагогический университет. Сегодня ее имя шоумен благородно не называет. Но тогда влюбленный до безумия парень откровенно рассказывал друзьям и однокурсникам о своих отношениях, не догадываясь, что скоро дорого за это заплатит. И это была любовь с первого взгляда, плюс ко всему, о чем я тоже до определенного периода не знал. Я об этом только в книгах читал и смотрел кино. И думал, что это все выдумки талантливых авторов. Ничего подобного, это бывает. Тогда Тимур и подумать не мог, что для него эта неземная любовь закончится настоящей трагедией. После 2 лет страстных свиданий, обещаний всегда быть вместе, женщина приехала к Тимуру прямо в университет и ошеломила безапелляционным заявлением. «Я ухожу от тебя». Села в авто и исчезла. Навсегда. Она понимала, что мы не можем зайти слишком далеко, иначе это просто разорвет сердце каждому из нас. Это и так было непросто, это было больно. Старше на 10 лет она больше не хотела играть с юным Керимовым. Она мечтала о семье и надежном, состоятельном мужчине рядом. А гуляка-студент без копейки за душой ее больше не устраивал. Все это Тимур понимал, но смириться просто не мог. Ты не перестал любить этого человека, когда он уехал. Это же невозможно. Так вот он уезжает, и ты в этот момент думаешь, а, окей, отношения закончены, кто там есть еще? Подходите. Нет, такого не будет. Это сегодня, через 15 лет после ужасной драмы, Тимур вспоминает те события с грустной иронией. А тогда, узнав, что любимой он больше не нужен и что она больше не хочет его видеть, Керимов от отчаяния чуть не наложил на себя руки. Несколько раз он пытался ее разыскать, но тщетно. В глубине души Тимур был уверен, что недостоин ее любви и сходил с ума от безнадежности. Он ей совсем не пара. Она заслуживает лучшего. Новость о том, что Тимура жестоко бросили, гремела на весь университет. Каждый день он ловил на себе косые взгляды однокурсников. Отныне чувство он будет держать в себе. Едва дождавшись окончания университета, Керимов уехал в Москву. Он хотел спрятаться как можно дальше от всех, кто знал его ранимым и обманутым. Таким, каким сам себя, он знать не хотел. А еще у Тимура была мечта – стать невероятно богатым и знаменитым, плейбоем, кумиром миллионов женщин. И он блестяще покорил желанный Олимп. Сначала было юмористическое шоу Comedy Club, первые свои песни и, наконец, клип со звездой украинской эстрады Ани Лорак. Ты не просто увлечение, ты важнее всего. Мы несемся по течению, а не против него. Я думаю, что такой мужчина всегда будет в центре внимания в любой компании. Он поет, танцует, он смешит. А вы знаете, что такое смех и вообще юмор? Это тоже у некоторых женщин эрогенные зоны.
Помню боль от первой безответной любви. Родригес, такой сценический псевдоним выбрал себе Тимур, зарекся. Отныне никаких серьезных отношений. Он больше не хочет горько обжечься и не будет страдать. Но шоумен и подумать не мог, что совсем скоро забудет все свои обещания. Находясь на тот момент, вот, собственно говоря, на пике своей карьеры, как мне тогда казалось, да, не искал никого. Мне было комфортно именно в том образе, в котором я находился. Я был свободен от каких-то отношений. Мне хватало встреч, которые, собственно говоря, я сам себе мог организовать в любую секунду. Уже спустя несколько месяцев всего одна встреча. Один взгляд и одна улыбка коренным образом изменили две жизни. 27-летнего убежденного холостяка Тимура Родригеса и 23-летней бизнес-леди Анны. Тот вечер начинался традиционно. Вместе с друзьями шоумен пришел в ночной клуб. Но еще с порога он заметил стройную, миниатюрную брюнетку, звезду танцевальной площадки, которая своими зажигательными движениями притягивала к себе взгляды. Не устоял и Тимур. Это невозможно описать какими-то конкретными предложениями. Это на уровне той самой пресловутой химии, о которой пишут в книгах, и о которых уже, в принципе, достаточно тривиально было бы говорить. С той ночи Анна и Тимур не расставались. Родригес никак не мог поверить, что влюбился как подросток. Но он хорошо помнил, каким унижением обернулась для него искренность 10 лет назад в Пензе. И поэтому шоумен решил держать свои чувства в тайне даже от близких друзей. Аня же, которая, как оказалось, тоже пережила похожую драму, его поддержала. А потом оказалось, мама дорогая, он оказался неожиданно, потому что до этого у него не было принято скрывать от друзей отношений. А тут он впервые это сделал. И вот это был сигнал. Он не просто их скрывал, он просто ждал момента, когда можно нас познакомить. Такой момент наступил спустя год. А тогда, всего после месяца свиданий, после сотни страстных поцелуев и миллионов пылких слов, Тимур решился на отчаянный, бессмысленный поступок. В январе я купил кольцо, в феврале я хотел сделать предложение. Мое желание быть мужем этой женщины было настолько страстным, что меня ничего не останавливало. Меня не пугало то, что теперь у меня будет больше ответственности, что я теперь принадлежу только одной женщине. Но планы до самозабвения влюбленного Тимура разрушила беда. Когда Тимур уже собирался сделать предложение, с любимой произошел несчастный случай. Но Аня вредила ногу, она катается на сноуборде. И нам пришлось отменить поездку в Венецию, где я хотел делать предложение. Тимур чуть не сошел с ума от страха. Поэтому, не колеблясь, перевез травмированную Аню в свою квартиру. 2 месяца ни на шаг не отходил от ее постели. А она, растроганная, поняла. Именно о таком мужчине всегда мечтала. Спустя 2 месяца, как только Анна стала на ноги, влюбленные отправились на остров Сицилия праздновать ее выздоровление. Сойдя с трапа самолета, Аня и подумать не могла, что на самом деле привело их сюда. И что уже завтра, поднявшись на высшую точку самого мистического вулкана Этна, спустится назад невестой. И на вулкане Этна, который, в свою очередь, символизирует, наверное, да, бурное развитие наших отношений. Я сделал ей предложение. Это было, конечно, абсолютно неожиданно для нее. И я могу сказать, что, наверное, больше в своей жизни я никогда не волновался. Уже через 3 месяца счастливые влюбленные расписались. Втайне. Ни слова не сказав друзьям, близким и коллегам. Невероятно. Но если родным молодожены признались во всем спустя несколько месяцев, то вездесущих журналистов, словно в голливудских фильмах, они мастерски обманывали почти 2 года. На публике Тимур всегда был один и без обручального кольца. И только в 2009-м, когда у супругов родился сын Мигель, шоумен решился рассказать своим поклонникам правду. Она самая лучшая мама на свете. Это главное ее качество. Сегодня влюбленные празднуют свой первый юбилей. 5 лет с той самой счастливой ночи, когда они впервые сошлись в танце. Тимур признается, сейчас, когда он счастлив и не боится никаких соблазнов, житейских проблем или зависти людей, может на весь мир заявить о своих чувствах. Мне
мне каждый раз хочется, понимаете, плакать от счастья, когда я смотрю на свою жену или на своего ребенка. Взаимный этот огонь, который пылает в их семье, пусть он с каждым годом будет сильнее, ярче, теплее. И пусть просто всегда будет счастье.